Пропавших детей разрешат искать по данным телефонов. Законопроект одобрен Государственной Думой в первом чтении. Правоохранительные органы только по заявлению родителей смогут получить доступ к геолокации мобильного гаджета. Это серьезно ускорит поиск. За последние 5 лет в стране в розыске находились 40 тысяч несовершеннолетних. У многих из них на момент пропажи имелись различные мобильные гаджеты. С их помощью специалисты могут определить даже место, где выключено устройство, и каким способом это было сделано.